Ну да, я не пришел ночью, потому что я охранял девушку. Она чуть не стала жертвой убийцы. Ань. Но я не мог иначе. Это моя работа. Хватит там греметь. Говорить невозможно. Ань, ну подожди. Ну что ты хочешь от меня услышать? Что я понимаю, какая у тебя работа? Я понимаю, какая у тебя работа. Но я не понимаю другого. Чего? Я одна. Я одна в этой... в этой квартире. А мы до сих пор с тобой не разобрали вещи. А я не могу. Одна с этими тюками. Ну я не могу, понимаешь? Все, успокойся. Давай, хочешь, мы прямо сейчас и разберем все эти вещи. Слушаю. Что? Понял. Ну что скажешь, Александр? Ну что, видимо, убита еще днем. И опять совсем не похоже на мать Шишковского. Это не его работа. Ядрен копоть. Вы ее знаете, Скалов? Да. Видел на телефонной станции. Оля, кажется. Юлина подруга. Подождите, подождите. Если это не Шишковский, значит, у него должна быть цель. Он же не сумасшедший, чтобы убивать случайных девушек. Что ты хочешь сказать? Это не просто совпадение. Черт. Что? Юля! У нее же смена скоро закончится. Ай. Все позади, успокойся. Нет, если бы ты не успел, я... Если бы... Я успел, все. Не успел. Все, успокойся. Все, успокойся, сейчас я тебя отведу домой. Нет, пожалуйста, не надо домой. Я прошу тебя, пожалуйста, только не домой. Он ждал меня здесь, я хорошо, не пойду хорошо, домой, успокойся. Пожалуйста, я не пойду домой. Успокойся. Звонит, между прочим. Что, опять дома не ночует? Ай-яй-яй, бывает. Наверное, он этого жуткого убийцу ловит. А может, и не ловит. Мужчина-то видный. А? Скажите, что меня нет дома. Я ушла. Как? Некуда. Еще одно убийство. Подожди, плюс три нападения. И все за один вчерашний день. Ну, похоже, что преступник очень торопится. А мы, похоже, что не очень. По Москве слухи. Один страшнее другого. Из Совнаркова названивают. А у нас что? Мы точно знаем, что убийца не Шишковский. Кто-то работает под него. Если в картотеке есть отпечатки... А если нет? Плохо работает. Очень плохо. Вы хотя бы личность. Первая убитая установили? Юля Панкратова и последняя жертва телефонистки. Возможно, что и первая тоже. Надо поговорить с Панкратовой, показать ей фото. Ну так езжайте. Говорите. Здорово. Слушай, тут такое дело. Thank you.
Знакома эта женщина? Да. Да, это... Это Полина. Господи. Господи. Вы работали вместе? Да. Да, она... Она недавно отпросилась на пару дней. Мы дружили. Я Ольга и Полина. А теперь ее убили. Это значит, что... Что и меня... Может, это просто... Меня убьют! Возьмите себя в руки! Чего ты? Кто мог желать зла именно вам троим? Я не знаю. Полегче. Я не знаю. Что, не видишь? Не мешайте мне! Я ни в чем не виноват. Если хотите остаться в живых, думайте, кому перешли дорогу. Я не знаю. Я не помню. Вспоминайте! Ты что творишь-то? Выйдите. Господи, мамочка. Ты что, пелены объелся? Она и так до смерти напугана. Ее охранять надо, да, Орел? Тише. При истерике иногда это действует лучше, чем вода. Вот что, Соколов, отвезите-ка вы ее ко мне. Чего? Я сказал, отвезите ее ко мне. Или вы собираетесь дальше ее здесь охранять? Берите. Она у нас сейчас единственный свидетель. Когда успокоится, постараюсь еще раз поговорить. И с охраной договорюсь. Ну вот. Здесь поживешь пока. Здесь тебя никто не найдет, так что ничего не опасайся. Спасибо, здесь очень уютно. Здравствуйте. Аня, я думал, ты... А вы знакомьтесь. Аня, жена моя. А это... Юлия. Да-да. Юлия. Здравствуйте. Анна. Анна, у вас замечательно. Если бы не он, то меня, возможно, уже не было бы в живых. Ань, Юле надо пожить здесь какое-то время. Ну, если ты, конечно, не против. Это теперь квартира Николая. Почему я должна быть против? Я же зашла просто прибраться у брата и... Да, вот, еще. До свидания. Аня. До свидания. Не надо провожать меня. Прошу тебя. Ань, послушай, ну чего ты? Ну давай поговорим. Очень неловко получилось. Да не, ничего. Все нормально. Ну ладно, ты тут располагайся, а я... Нет, послушай, я сразу не подумала, на самом деле мне нужны будут кое-какие вещи. Я бы хотела сбегать домой, буквально на минуту. Тебе нельзя выходить, мы же договорились. Если что нужно, я сам. Сам? А ты бы мог бы? Ну, конечно. Тогда у меня в комнате справа на подоконнике стоит саквояж. Там все самое необходимое. Хорошо, сейчас же и скажу. Только ты будь здесь. Никуда не уходи. Если что, телефон в гостиной. Хорошо. Я еще раз говорю, я понятия не имею. Чтобы были осторожны, я их предупрежу. Проведу беседу, это я им обещаю. А что там и кого между собой, что связывает, это у меня тут 47 телефонисток работает. Меня интересуют именно эти трое. Полина, Юля и Оля. Так они ж подруги. Юля и Полина с Олей. А что, что-то случилось? Альберина, вы пришли на смену, так идите работайте. А ну-ка, погодите. То есть вы работаете посменно? Ага. А вот Полина, Юля и Оля, они часто дежурили вместе? Ну да. Особенно по ночам. Угу. Тихо и народу мало. Мало народу, мало работы, мало дежурных.
Троих достаточно? Именно эти девушки? Так откуда же мне помнить? Я же говорю, у меня тут 47. Ну, у вас должны быть какие-то записи. Ну, журнал дежурств, наконец. Так его же украли. Кто-то забрался в кабинет и унес. Альберин! Ну, что сразу украли? Кому он нужен? Может быть, я сам его сунул куда-нибудь? То есть вы считаете, что троих девушек на ночное дежурство этого вполне достаточно? Ну, троих, четверых. Ну, по ночам ведь кто звонит? В основном в больницу. Слушай. Ну, или в милицию. Да, соединяю. Но чаще всего с железной дороги. Они ведь круглосуточно работают. И через вот эти наушники девушки могут слышать весь разговор? Это категорически запрещено. Но то, что это запрещено, я понимаю. Настенька. А тяжелая у вас все-таки работа. Соединяй всех днем и ночью, соединяй. Они болтают, болтают всякую чепуху, правда? Ой, не говорите. Иногда такой ерунды наслушаешься. Альберина! Ой. Александрович, определили, чьи отпечатки на этом стеклянном горлышке. Некто Егор Клинкин, он же Клин. Так. А дело Клинкина? Ну, он сам из Питера, и дело его там. Мы уже телеграфировали, в ближайшее время доставим. Так, если дело есть в картотеке, значит, уголовник со стажем. Ну что, по-прежнему никаких новостей? Ну, почему же? Можно сказать, что в целом дело раскрыто, Рихард Павлович. Егор Клинкин, он же Клин, совершает некое преступление. Я не знаю, какое, но сейчас это не важно. Важно то, что он проговаривается о нем в телефонном разговоре, вероятно, с кем-то из своих подельников. И происходит это в ту ночь, когда на станции дежурят всего три телефонистки. Одна из которых и подслушивает их разговор. Подслушивает? Да, я узнал, Рихард, вот что-то. Это возможно, к сожалению. Так вот, девушка начинает его шантажировать. Клин каким-то образом догадывается, что шантажистка и есть одна из этих телефонных барышень. Проникает на станцию, ворует журнал и узнает, что в ту ночь на станции дежурили Юля, Ольга и Полина. И что? Он же не знал, кто именно его шантажирует. Поэтому и решает убить всех троих. После убийства жены Фролова проходит слух, что вернулся Шишковский. Клин этим пользуется, начинает копировать его почерк. Ну, чтобы замести следы, отвести от себя подозрения, но и это не важно. Важно вот что. Важно то, что Клин начинает жить в его логове. Скорее всего, Шишковский уже мертв, Рихард Павлович. Думаешь, Клин его и убил? Не знаю. Да. Вопросов много. Но ваша версия, Николай Александрович, действительно многое объясняет. И если вы правы, тогда кто же из девушек шантажистка? Может быть, вот эта самая Юлия Панкратова? Может быть. Я это пытаюсь выяснить, Рихард Ильич. Хорошо. Тогда клином займетесь. Колодяжный из скалов. Вот уж не чаял, товарищ Соколов. Снова светится. Жалко, обстановка не соответствует масштабу моего восторга. Помните ресторан «Рим»? Закрыли. Сейчас там столовая Моссельпрома. Можете себе это представить? Коненко, давай ближе к делу. Как скажете, товарищ Соколов, как скажете. Значит, Николая Александровича интересует Клин.
Ну что ж, встречал я одного такого. Он из питерских? Ага, из питерских. Значит, он самый. Болтун, пьяница. Но, в общем, не из шпанки. Имеет дела с серьезными людьми. О, как? Что за дела? Не знаю. Честно говоря, и знать не хочу. Потому как пожить пока хочется, несмотря на всю ничтожность бытия. Каненков. Понимаю, вообще не до пустых разговоров. Ну что ж, хотите найти клина? Советую заглянуть к мадам Эмме на Сущевку. Он хвастался, что у него там постоянная привязанность. Погодь, а что, притон этот до сих пор существует? О, да. Оказался живучий многих ресторанов. Это с продуктами сейчас тяжело. А этого добра при любой революции полное изобилие. Ну что, все спокойно, все тихо пока. Смотрите в оба. Добрый вечер. Добрый. Извините, я без вас боялась. Что, даже свет зажечь? А почему в гостиной? Мы располагались бы в комнате Анны. Она у нас теперь свободна. Да, спасибо. Пожалуйста. Я просто хотела дождаться вас. Скажите, а вы уже нашли этого Шишковского? Ищем. Вот только одного понять не можем. Почему Шишковский выбрал именно вас троих? Вот я знаю, что вы часто дежурили по ночам втроем, да? Да. А при чем здесь это? Ну, может быть, как-нибудь, возвращаясь после дежурства, вы столкнулись с ним, задели его, обидели, оскорбили? Нет. Нет, я такого не помню. Ну, хорошо. Понятно. Идите, располагайтесь. У Анны я всего на одну минуту, мне надо только бумаги забрать. Да, Юля, у меня еще один вопрос. Скажите, а что, правда ночью хватает только трех телефонистов? Да. А вообще, кто по ночам звонит? Ну, кто? Личных звонков, конечно, мало. В основном это в больницу, в милицию. Пожарным, но это редко. Значит, больница, милиция и пожарные. И все. Да, все. Понятно. Располагайтесь, располагайтесь. Чего надо? Праздника, мамаш! Праздника надо! Да что ты, праздника! Деньги имеются, не боись! Московский уголовный розыск! В чем дело? Клин? Свидание, девочки. Заходите почаще. Стоять! Стой, говорю! Ты врёшь! Да что врёшь ты? Тише ты, так всё нормально! Осторожно! Ты что ж толкаешься? А ну, нашёл! Да нет, ты что? Стой, всё равно не уйдёшь! Заранее все рассчитал, собака. Ах ты, дрёна копоть. Ну, не знаю, где он живет. В гости не приглашал. Зато он у тебя частенько гостевал. Что, постоянный клиент? А нет у меня постоянного. Никого.
Вчера был он, а сегодня... глядишь. А если такого-то красавчика, то дорого не возьму. Руки! Будешь молчать, на Петровку прогуляемся. А ну, собирайся! А ты на меня не кричи. Я ничего такого не сделала. И Петровка меня пугать нечего. Да. Да, Соколов, ты это зря. Какая уж тут Петровка-то? За пособничество бандиту? Нет. Ну что ты. Мы с ней только сейчас до соседней стенки прогуляемся и все. Пойдем. Пойдем, пойдем. Че? Зачем? Какая стенка? Я... За что? Я же действительно ничего не знаю про это у вашего, ну правда. Что, совсем ничего? Собирайся, кому сказал! Ну, я действительно ничего про него не знаю. Ни кто он, ни где он живет. Я ничего больше, правда, ребят. Ну и что мы узнали? Надо было ее с собой взять. Толку-то? Что знал, то сказал. Что играть? Ладно, я в морду ложусь вараться. Давай. А ты уж отдыхай. Уже уходите, господа? О, простите, товарищи. Может, хотите отужинать? Или хорошо провести время? Да что вы все ко мне-то, а? Ну? Мы сыты. А товарищ Соколов женат. Как скучно. Извините за столь поздний визит, я всего на 2 минуты. Да, кстати, а как ваша рана? Рана меня беспокоит меньше всего. Лучше скажите, как расследование. Но, Вениамин Ильич, кое-что удалось выяснить. Я поэтому к вам и пришел. Скажите, во время процесса на Шишковском не всплывала такая фамилия, как, благодарю вас, Клинкин? Клинкин? Да. Нет, а кто это? Человек, который вас ранил, который очень точно выдает себя за Шишковского. Вот я и подумал, может быть, вам что-то известно? Шишковского. А что о нем известно? Да так. Мелкий уголовник. По слухам, пристроился на каком-то складе. Да, теперь в Москве складов немало. Фабричные, торговые, железнодорожные. Да, да, железнодорожные. Кстати, Вениамин Ильич, вы же по долгу службы тоже имеете отношение к железнодорожным перевозкам, не так? Ну да, юридическое обеспечение зарубежных поставок и прочее. Вот я и думаю, может быть, наш преступник засел именно там? Скажите, вы не припомните, где в последнее время были крупные ограбления складов и вагонов с ценными грузами? Дайте подумать. Я что-то слышал о Волоколамском направлении. Впрочем, в этой сфере теперь так много криминала. Да. Криминала. Ну что ж. Еще раз прошу прощения, спасибо. Николай Александрович, да? Скажите, а что теперь с... Где сам Шишковский? Вы знаете, не могу сказать точно. Но, честно говоря, я уверен, что его больше нет в живых. Думал, когда этот мерзавец будет мертв, мне станет легче. Не стало. Знаете, мне нужно уехать. Настаивают. По работе? Да, зарубежная командировка. Я могу отказаться, если я вам чем-то буду полезен. О, не стоит, вы знаете. Я думаю, что вам лучше поехать. Вам действительно нужно сменить обстановку. Ну, ты все понял? Да, понял. А ты... Здравствуйте. Александрович, вот, пришло дело Клина. Хорошо. Это очень хорошо. Да, это он. Это его я видел на кладбище и у логова Шишковского. Значит так, Соколов, давайте-ка мы с вами разделимся. А? Я пока посмотрю дело, а вы... Возьмите вот эти фотографии и вместе с колодяжным пройдитесь по складам. Что, по всем? Этак мы неделю искать будем. Начните с железнодорожных, по Волоколамскому направлению.
Командир, здорово. Здравствуйте. Здорово. А где есть склады, не подскажешь? Вон туда и направо. А, спасибо. Бывай. Петь, осторожно! Эй, эй! Ну куда? Здесь творили ямы. С известью проваритесь, косточек не найдут. Так что нечего вам тут, не положено. Уголовный розыск. Другое дело. Ищете кого? Или как? Ищем, ищем. Вот такого видал? На Ваську вроде похож. Ну, на складе у нас работает не так давно. Учетчиком, что ли? Да. Да точно он. И где он сейчас? Да не знаю. Он в ночь сегодня. Видать, дома. А где живет? Накладную нашли, нож. Спекся клин. Руки на себя наложил. Видать, понял, что не сегодня-завтра мы его накроем. И... Думаете, самоубийство? Так а что же еще, Александрович? Дверь была изнутри заперта на засов. Стакан только один был, значит, не было тут больше никого. Да и пузырек с ядом вон нашли. Собаки, собачья смерть. Пузырек где нашли? Да вот здесь, вот, в коридоре, в прихожей. Понятно. Горький миндаль. Чего? Да ничего. Так пахнет. Синильная кислота. Да он же посинел даже. И здесь горький миндаль. Не пойму, Александр, сомневаешься, что ли? Да вообще не сомневаюсь. Не самоубийство это. Вот так вот. Самоубийца налил бы яд в стакан, а не в бутылку. И не отнес бы флакон в коридор. Так погодь, а как же? Все же заперто было, не могу понять. Убийца принес уже отравленную бутылку. Надеюсь на то, что после его ухода клин захочет выпить. Так и получилось. Убийца выходит, клин закрывает дверь, прикладывается к бутылке. Вот и все. Язви его в холеру, а? Ну а кто? Кто он? Кто убийца-то? Не понял, зачем нам идти на квартиру Юли? Искать улики, которыми она шантажировала убийцу. Кто шантажировал? Юля? Ты что несешь, Александр? Большинство звонков с железной дороги ночью. Она работает круглосуточно, им что день, что ночь. И Юля об этом промолчала. А промолчала она, потому что телефонный звонок, который она подслушала, был именно с железной дороги. Ну и что? Это только догадки. Догадки? А почему я вас отправил клина искать на железнодорожные склады, где вы его и нашли? Значит, догадки верны? О, Соколов. Похоже, нас с вами опередили. А может, и ошибся? Может, это просто воры? Забрались сегодня ночью. Хозяев-то дома нет. И вчера, кстати, ничего такого тут не было. Вы что, здесь вчера были? Ну да. Юля просила саквояж ей с вещами принести. То есть вы ее саквояж привезли ко мне домой? Ну, а что такого-то? Хорошенький поворот. Вот что я вам хочу сказать, Соколов. Вы, конечно, можете в это не поверить, но... преступница ваша, Юля. Да-да, умная и хитрая. Она поняла, что охота идет именно за ней. Ей нужна была защита. А вот тут-то вы ей подвернулись. Она вас использовала. Благодарю вас. Что, не верите? Доказательства нужны. Хорошо, давайте сейчас поедем к Юле. Зачем? А затем, что она попытается забрать свои деньги у убийцы, которого она шантажировала. И тем самым выведет нас на него. Охрану, которая была у ее дома, мы снимем. И она не примет этим воспользоваться. А я тебе не верю. А придется поверить. Да, и когда приедем к Юле, вам нужно сделать следующее.
странно. Что-то случилось? Да, случилось. И это очень хорошая новость. Я думаю, товарищ Соколов вам все объяснит. Мне просто надо кое-какие документы забрать. Петр, не тяни, расскажи, что случилось. В общем, не буду вдаваться в подробности, но эта новость тебя действительно обрадует. Так ты присядь. Понимаешь? Человек, который на тебя нападал, он умер. Господи! Господи! Ну что ты, успокойся. Все хорошо ведь. Тебе больше нечего бояться. Нет, ты не понимаешь. Ты не понимаешь, какое это для меня счастье. Это значит, что я сейчас могу ничего не бояться. Я могу идти, куда хочу. Я могу прямо сейчас выйти из дома, правда? Ну, конечно. Охрану мы уже сняли. Это замечательно. Это замечательно, потому что мне как раз сейчас нужно позвонить и встретиться. Встретиться? Да, с тетушкой. С тетушкой мы с ней договаривались еще задолго до всех этих событий. А сейчас она как раз в Москве проездом. И мне нужно передать ей кое-какие вещи, которые она у меня оставила. Ну, конечно. Раз надо, то иди. Да. То есть я могу прямо сейчас и... Да. Что? Нет, нет, ничего. Я просто... Прости, я просто подумала, что сейчас нужно выйти из дома. И... Я понимаю, что глупо, но... Оказывается, я до сих пор боюсь. Петь. Мне очень неловко тебя просить, но... Хочешь, чтобы я тебя проводил? Да. Да, если ты, конечно, можешь. А что? Конечно, могу. Но я в Мур. А вы со мной? Нет. Я должен проводить Юлю. Ямщик! Поехали. Давай. Быстрее. Гони, 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 гони. Гони. Спасибо. Ну вот, здесь мы и договорились встретиться. Вот там. Только здесь и только сегодня. Смотрите, выбирайте. Ну вот, как раз. А ну-ка, стой, 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 стой. Платок обронила. Петь, ты не посмотришь, может, на дороге там? Ага. Пирожки, картошки, яблоки. Вот чертовка. Саквояж с уликами себя оставила. Ну, давайте приготовимся. Если он захочет ее устранить, он сделает это сейчас. Ой, держи. Благодарю. Спасибо большое. Да ладно, что там? Нет, Петь. Я правда тебе очень благодарна. За все. Ну, а где тетушка-то? Я не знаю. Может быть, я... Может, место перепутала. Может, у магазина надо было? Ты не посмотришь, там за углом магазин. Она такая в соломенной шляпке. Ага.
Ямщик, сюда, сюда, скорее! Юля, стой! До Киевски гони! Быстрее плачу вдвое! Стой! Оп-оп-оп! Давай, давай, гони, гони! Гони! Упустим, гони! Почему мы остановились? В чем дело? Нет! Нет! Нет, пожалуйста! Нет! Помогите кто-нибудь! А? Стой! Вот они! Стоять! Стой, говорю! Хитрена, опыт! Держись! Петя! Тихо, тихо! Петя, все будет хорошо! Петя, прости меня! Его, его надо поймать! Он уедет, он уедет! Петя. Кто? Кто это сделал? Скажи! Фролов. Бениамин Ильич Фролов. Вы? Боже, какими судьбами! Не мог отпустить вас, не попрощавшись, Вениамин Ильич. Решили меня проводить. Это очень мило. Угу. Ну, не стану скрывать, хотел с вами еще и поговорить. Даже не то, что поговорить, а так. Рассказать одну историю. Про юриста. Про юриста? Простите, не понимаю. Присаживайтесь, присаживайтесь. Это очень занимательная история, Вениамин Ильич. Поверьте, вам понравится. Любезный, а можно вас попросить два стакана чая? Одну секунду. Благодарю. Разговор у нас долгий, Вениамин Ильич. Ну так вот. Был такой очень неплохой адвокат. Он был очень известен, вел громкие дела, был достаточно обеспечен. Но вдруг грянула революция, в силу обстоятельств он остался без денег, не успел вовремя покинуть страну. Но все время мечтал это сделать. Что ж, я его понимаю. Ну, разумеется. Прошу вас. Пожалуйста. Разумеется. Непонятно другое. Непонятно то, что он связался с самыми обыкновенными бандитами. Что вы говорите? Да, Вениамин Ильич, да, да. И вот работа его в Ништорге, где он занимался юридическим оформлением грузов и поставок из-за границы. Он заодно через своего подельника, уголовника Клина, стал наводить бандитов на составы с особо ценным грузом. И получал за это, поверьте, очень хороший процент. Ну, вполне обхватило на безбедную старость где-нибудь в Париже. Послушайте, я не понимаю, зачем вы мне все это рассказываете? Подождите, ну что вы меня все время перебиваете, Вениамин Ильич? Дальше интереснее. Ну так вот, он был женат. Его жена на беду оказалась честным человеком. И вот как-то узнав про все эти его делишки, просто потребовала. Потребовала, чтобы он прекратил. Иначе она сообщит в милицию. Он, естественно, пообещал. Но это ставило под угрозу срыва его, так сказать, последнюю зарубежную командировку. Какой выход? Надо избавиться от жены. А как это сделать, чтобы не вызвать подозрений? И тут появляется, кто бы вы думали, Вениамин Ильич? Правильно. Правильно, Шишковский. Ты же за меня все деньги вытащил. Что? Даже драгоценности моей покойной матушки. Обещал помочь. А я все это время на каторге гнел! Хватит орать! Я сделал все, что мог! Пошел вон из моего дома! Тихо, тихо, тихо. Все, все, все. Вы рассказываете страшные вещи, Николай Александрович. Это только начало, Вениамин Ильич. Наш адвокат быстро смекнул, что это прекрасная возможность избавиться от жены и подставить во всем Шишковского. Мне не нравится этот разговор, Николай Александрович.
Придется потерпеть, Вениамин Ильич, придется потерпеть. Так вот, убив жену, вы... Я что сказал слово «вы»? Да нет, я оговорился. Я имел в виду некого адвоката. Так вот, убив жену, он вызвал к себе Клина. И тот избавился от тела Шишковского и от улик. Окровавленной одежды и пресс-папье, которым он оглушил свою жену. И вот тут, Вениамин Ильич, наступает ряд неприятностей для нашего адвоката. Неприятность первая. Клин оказался слишком болтлив, но не выдержал и позвонил адвокату прямо со станции. Все чисто. Ага. Завтра, как известь, гасить начнут, даже косточек не останется. Ага, вещички там же. Можешь езжать в Париж, не переживай. Неприятность вторая. Телефонистка Юлия Панкратова, которая дежурила в ту ночь на телефонной станции и которая подслушала их разговор, оказалась девушкой с весьма авантюрным складом характера. Найдя улики, она перезвонила нашему адвокату и стала его шантажировать достаточно крупной суммой денег. Он согласился, но как-то по разговору понял, что шантажирует-то его телефонистка. С помощью Клина он выясняет, что в ту ночь на телефонной станции дежурили три телефонистки. Выяснять, кто из них шантажистка, времени нет, поэтому он... Да хватит и насказаний. Вы. Вы, господин Фролов, решаете убить всех троих. Что? А что делать? Вы убили жену, убили Шишковского. А дальше принцип «до», «ми», «но». Не смотрите на часы, не надо. Клин был, конечно, талантливым авантюристом, но вот убивать он органически не мог. И вам все пришлось взять на себя, да? Ваша фантазия, Николай Александрович, начинает утомлять. Недалеко до ваших фантазий, Вениамин Ильич. Очень недалеко. Устроить нападение на самого себя с помощью Клина, переодетого Шишковским. Вы позволили Клину даже себя ранить буквально на глазах у меня. Ну, а ловля на живца, Вениамин Ильич, это выше всяких похвал. Очень длинная речь, которая говорит о том, что у вас нет доказательств. Или вашему правосудию доказательства не нужны? Нужны, Вениамин Ильич, еще как нужны. Я даже с собой кое-что прихватил. Но как же в дорогу и без багажа, да? Узнаете? Да-да. Почти похож на тот, который вы отобрали у Юлии Панкратовой. Но тот-то я понимаю, что вы уничтожили. А в нем была ваша одежда с пятнами крови. Но простите меня великодушно, Вениамин Ильич, главную улику я все-таки забрал. Приметная вещь, не так ли? Гравировка с вашей фамилией. Ваши отпечатки пальцев. И кровь вашей несчастной жены. Приехали, Вениамин Ильич. О, Александрович, уже из госпиталя? Ну, как там? Юля уже лучше. Даже удалось поговорить. Неужели это все из-за денег? Что она за человек? Послушайте, Соколов. Просто она такая, какая есть. Всю жизнь выдавала себя не за ту, кем была на самом деле. Придумала себе дворянское происхождение, стремилась к лучшей жизни. Ну да бог с ней. Меня другое интересует. Вы когда новоселье отмечаете? Вот сейчас и узнаю. Ну, наконец-то. Я уже заждался.
А я отпуск взял. На 3 дня. Ну, чтобы обжиться как-то. Вещи вот разобрал. И книжку твою вот нашел. Занавески раздобыл. Ну да, я... Ты права, я кругом виноват. Я дурак, я... Не люблю тебя, понимаешь? А? Ну, чё ты молчишь? Ну, скажи что-нибудь, а? Сможешь меня простить? Или... Нет. Нет? Нет, это не занавески. Это просто кошмар. У тебя же совершенно нет вкуса. Да давай я их выкину к чертовой бабушке. Ты правда взял отпуск? Ну да. Ну, чтобы вместе побыть. Не все ж работать, правильно? Ань, тут такое дело. Вараксин звонил. На новоселье к нам напрашивается. Ha ha ha!